Вот я наблюдаю все, что происходит в Армении, удивляюсь, как можно оставаться главой государства, премьер-министром по конституции Армении, являющий главой, по сути, ну, главным государственным чиновником, человек, который позорно сдал часть своего народа, который позорно, как сейчас выяснят, продал часть своего народа за миллиарды долларов, который позорно вел себя во время войны, чья жена пьяная приезжала на командный пункт управления боевыми действиями армии обороны Карабаха, в пьяном виде командовала там, увольняла каких-то генералов, куда-то звонила, что-то... Позор, позор. Когда больше ты узнаешь, ты понимаешь, до чего мы докатились. И уже сейчас, когда ясно, что человека завербовали в 2006 году сотрудники МИ-6 британской разведки, и в том числе тесно взаимодействие с турецкой разведкой, то есть у руля армянского государства, небольшого, как я называю его, Республика Восточная Армения, стоит агент турок, который ненавидит, жестоко ненавидит армянский народ и ставит задачу уничтожения Армении и армянского народа. И вот эта тварь, этот предатель, негодяй, не хочет уходить с своего поста. Сейчас женушка, разъезжая по Москве, пирует в самых дорогих ресторанах города Москвы, пьет за сотни долларов шампанское, за тысячи долларов вино, ведет разгульный образ жизни, который после этого летит в Лос-Анджелес, где также ведет разгульный образ жизни, тратя деньги. А народу Армении нету денег, нет, это человек пришел под лозунгом борьбы с коррупцией. Да, переплюнув всех коррупционеров, которые только были когда-то либо в Армении. Это вор и негодяй. Сколько он может находиться в власти? Это позор не только Республики Восточной Армении. Это позор всего армянского народа. Такого негодяя, такой твари не было давно. Да, у армянского народа были предатели. Не только Васак Сюни. Но и были те, кто помогал османам убивать армян. Как с ними поступили, я думаю, в Армении знаю. Может, хватит терпеть эту тварь? Может, хватит терпеть позорище? Может, хватит терпеть этого грабителя, коррупционера и предателя армянского народа? Может, пора армянскому народу сказать свое веское слово и убрать эту сволочь из дома правительства? Спасибо.